Всем доброго дня, меня зовут Вера Мазепина, и в сегодняшнем видео мы будем учиться с вами собирать сережки-грозди, для которых нам потребуются инструменты в виде плоскогубцев и круглогубцев, и такая фурнитура, как соединительные колечки, пины с шариками, бусины и швензы. Итак, нанизываем на пин первую бусину. Продвигаем ее к самому основанию пина. Обращаем наше внимание, что столбик пина очень длинный. Мы укорачиваем его бокорезами. Оставляем длину столбика примерно 1 см. Отгибаем его круглогубцами на 90 градусов. Помещаем край провода в наши тиски инструмента. Начинаем заворачивать петельки, проворачивая их инструментом до самой бусины. Вот таким образом. Получается двойная петелька. Таким способом приготовим из бусин 20 заготовок и приступим к сборке сережки. Возьмем малое соединительное колечко, разомкнем его нашими инструментами и нанизываем на его край 3 заготовки. Замыкаем колечко. Откладываем его пока в сторонку. Размыкаем инструментами второе соединительное кольцо. На его край нанизываем колечко с 3 заготовками из бусин. И теперь нанизываем еще 2 заготовки с одного края кольца и с другого. Замыкаем кольцо инструментами. Откладываем. Берем третье соединительное кольцо, размыкаем его инструментами. Соединяем его со вторым кольцом, где вы собирали с одной и с другой стороны по одной бусине. Повторяем эти же действия с третьим колечком. С одной стороны бусину вешаем и с другой. Замыкаем колечко. И приступаем к размыканию четвертого кольца. И соединяем таким способом столько звеньев, сколько вы хотите получить в будущей сережке. После того, как вы увеличили звенья будущей сережки до желаемой длины, не замыкайте последнее соединительное колечко. Выберите швензу по своему желанию. Я остановила свой взгляд на таких вот швензах-гвоздиках. И через их отверстие соединяем швензу с соединительным колечком и замыкаем инструментами кольцо. Вот и все. Вот такая вот сережка в виде грозди готова. Собираем аналогичным способом вторую сережку и любуемся результатом. Всю необходимую фурнитуру для изготовления таких сережек вы можете приобрести в интернет-магазине всембусики.ру. Подписывайтесь на наш канал и не пропускайте новые видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания.